Приветствую все рыболовное братство. Ну что, карасиный сезон не за горами. Еще буквально месяц, вот до Пасхи подождем, и тогда карасик начнет проклевываться. Сейчас он не клюет, в принципе, как бы он все бродит, на мелкоту выходит погреться, отдышаться, вот кислород подышать. Ну, и это время не будем тратить зря, а изготовим вот такую для него пахнущую вещь, вот такая, видите. Не, это не огурцы соленые с зимы, это у нас укроп, залитый водкой, да. И вот как раз он там месяц постоит у нас, отдаст свои ароматы. И вот эту жидкость мы еще разбавим потом водой, добавим, чтобы получить 20% раствор ароматизатора. И затем на него будем ловить. Не будем добавлять его в никакие каши, ничего, будем ловить на жидкость. Вот, отфильтруем, и будет пахнущая жидкость. Вот на нее мы и будем ловить. А как это сделать, я вам покажу в будущем. Все, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал. До свидания.